на перекрестке старого и нового года, когда буйно в тазике резалось оливье, Казута Иока сосредоточился на Косеи Танаки жестком битье. Вот так провели мы год 2020, что страшно трагичным и диким стал, и встретили новый уже 21-й ивентом, который нам показал, как Феликс Альварадо, мощно прессуя, безударного Криэля в 10-м забил, а вот Рене Альварадо, проиграв Гутьерресу, взял и титул ему подарил. Гарсия и Кэмпбелл. Тут двоякое чувство. И без лишних слов и громких фраз Райана дикое молодецкое буйство споткнулось о Кэмпбелла. Жесткость и класс. Первый тизер The Ring Show задаст вам настрой на год вперед. Давайте начнем же путешествие наше. Вас первый выпуск в году этом ждет.